Мы сейчас находимся в магазине «Йоркрус-товары», где будем выбирать посуду для приготовления тыквенного супа. Для приготовления супа нам понадобится кастрюля с хорошим покрытием и бульонница. Осмотрев весь ассортимент магазина «Йоркрус-товары», мы остановили свой выбор вот на таком наборе «Тефаль Ingenio Red». В комплект входит вок, ковш и съемная ручка. Большим плюсом этого набора является то, что он не занимает много места, можно мыть в посудомоечной машине, и он имеет антипригарное покрытие. Теперь перейдем к выбору бульонницы. В наше время существует большой ассортимент бульонниц. Они отличаются по цвету, по форме, по объему. Поэтому выбирайте ту, которая приглянулась вам по душе. Итак, посуда выбрана. Смотрите в следующем выпуске мастер-класс по приготовлению тыквенного супа.